Рабочее лето. Более чем для тысячи школьников каникулы в этом году стали поводом немного подзаработать. В спортивном комплексе «Олимпия» в четверг подвели итоги летней трудовой кампании. Смены было три, в отряды записывались ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Для каждого молодежный центр нашел подходящую работу. В основном все работы связаны с благоустройством. И дети получали, в зависимости там возрастным категориям, от где-то 2,5 до 3,5 тысяч. Трудовая смена длилась 14 дней, то есть это зарплата за 14 дней. И детишки работали по 3 часа в день, не более. Помимо уборки мусора в парках города, школьники работали в библиотеках, помогали пожилым людям. Труд и воспитание вкупе. Чиновники уверены, что приучать молодое поколение к общественно полезным занятиям нужно со школьной скамьи. Летнее трудоустройство – это не просто труд. Это первый опыт трудовой деятельности для каждого молодого человека. Он понимает, что такое трудовая книжка. Он понимает, что такое встать на учет в пенсионном фонде. Он понимает, что такое получить первый раз свою заработную плату. На зарплату трудовым отрядам из городского бюджета выделили более 6 миллионов рублей. 700 ребят в этом году работали в трудовых лагерях на базах общеобразовательных учреждений. Они красили оконные рамы или приводили в порядок школьную территорию. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.